Всем здравствуйте. Сегодня я с мужем побывала в магазине ОКей, и мы приобрели продукты на неделю. Ну, помимо овощей и овощи мы покупаем, ну, стараемся покупать на рынке. Значит, начну с крупы. Вот пшено. Мы его постоянно покупаем. Мне оно нравится. Правда, конечно, есть тут небольшой, ну, то есть даже можно вот заметить, там вот такие грязючки есть такая небольшая. Написала цену 54 рубля 90 копеек. Это за 900 граммов. Хорошая крупа, мне нравится. Муж любит у меня пшенную кашу с тыквой. Я ему постоянно варю. Далее. Сахарный песок у нас стоит вот в ОКЕЕ. За килограмм 69,90. Так. Далее. Тыква. Пока она не разморозилась, я взяла два пакета. Значит, тыква стоила здесь 400 грамм. 66 рублей 61 копейка. Такая, ну, мне нравится. 4 сезона. Тыква хорошая. Так, убрала, чтобы не шуршать. Дальше. Что-то захотелось мне блинчиков. Знаете, значок ОКЕЙ, это их фирма. Блинчики с творогом. Мне муж говорит, да, ну, зачем ты, сама сделай. Думаю, ой, возить, тут 6 штук. Стоят блинчики 67 рублей 93 копейки. Думаю, ладно, сделаю. То есть, вернее, делать не буду, лучше куплю. Это вот, вот такие вот блины. Далее. Быстренько. Майонез. Майонез. 54 рубля 90 копеек. Написано с лимонным соком. Провансаль, Михеев. Ну, не знаю. Я что-то, знаете, стала во всем сомневаться. Ну, написано без искусственных красителей. Без ГМО. Ну, дай бог, что это так. Действительно такой майонез, как заявлено. Далее. Решила попробовать смесь зелени. Укроп, петрушка, зеленый лук. Я постоянно по отдельности покупаю, но вот решила, ну, смотрю. Да, и вот стоит 59,90. Вот такой вот пакетик. Вот. Оп. Не отсвечивала. 40 граммов. Ну, нормально. Далее. Мы с мужем постоянно покупаем макароны Барилла. Иногда, если я вижу такие макароны, которые меня устраивают, фикс-прайс, я там покупаю. А тут вообще в ОКЕЕ замечательная скидка. Вот пачечка вот эта вот стоит 46 рублей 99 копеек. Замечательная цена. Я взяла два пакета. То есть нам это хватит надолго. Просто супер. Далее. Сметану пискаревскую, как обычно, я беру тут 300 грамм, 20%, 55 рублей 22 копейки. Ну, нормальная сметана, всю себе, думаю, надо проверить сметану на качество, надо проверить. Да все забываю, как вот покупаю, вспоминаю, и а потом начинаю пользоваться и забываю, что-то начисто, надо себя записать, напоминалку сделать, проверить, хорошая сметана или нет. Вот такое вот ясно-солнышко беру. Мелкий, вот третий размер. Вот такая цена. 49 рублей 99 копеек. Ну, прям вообще, могли бы сразу 50 рублей. Прям копейка. Ладно. Это вот такая кашка вот мы берем. Мне нравится. Так, вот для выпечки вот купила крахмал кукурузный. Стоит, значит, здесь 100 грамм, как я написала. 31 рубль 40 копеек. Вот такой вот крахмал. Как вот написано, не содержит глютен. Хорошо. Далее купила батончик. Батоны мы так не едим, вернее, булку не едим. Я котлеты делаю, в котлеты добавляю. Там, как говорят, правильно, котлеты рыбные. Это килограмм рыбы. Один батон. Ну, не знаю, так или нет, но я так и делаю. На килограмм один батон. Значит, он стоил 29,90. Так, вот пока-то конфеты смотрю.
купил вот такие весовые конфеты. Я хоть к конфетам равнодушна, но бывает иногда, что-то такое новенькое появилось, можно попробовать. Вот такие конфеты. То есть они были там навалены кучей, там в Окее, еще раз повторю. Вот, и разные-разные, там выбирай, какие хочешь по вкусу. Я взяла несколько на пробы, но я люблю, как бы, я очень люблю орешки, вот это вот с орешками, вот такая вот рулада. Видите? Вот. Такая вот конфетка. Ну, это я каждой, то есть там они разные вот такие вот были. Что-то тут еще вроде, да, вот она, нет. Извините, извините. Так, вот, видите, три вот таких вот разных. Я и взяла три разных. Это с кокосом, это со сливочной начинкой, а это какао с молоком. Вот такая вот и вот такая вот. Добрянка какая-то. А еще же там. Ой. Вот такая вот рулада сливки. Вот такие вот конфетки. Да, 100 грамм стоит, я скажу, 43 рубля 90 копеек. Я взяла вот на вот так вот. Вот, чтобы вам... вот. Вот, пакет. Вот. Стараюсь меньше сладкого есть, но вот без вот этой моей любимой шоколадки, без твикса, я не могу. Я вот покупаю вот эту шоколадку и на неделю, раз в неделю беру. Вот она стоит 40 рублей 39 копеек. Я считаю, это дешево. По мне это дешево, что это такая экстра большая. Вот мы с мужем любим такие сырочки. Я взяла два сырка. 26 рублей 21 копейка. Тоже у нас как бы на рынке намного дороже стоит. Там, по-моему, 33 рубля стоит. Это вообще мне цена нравится. Я всегда там беру в Окее. Взяла. Кто-то захотелось увидеть гриль. Как я говорила в предыдущих видео, что в Окее вкусно делают салаты. Вот цена. Такой винегрет. Там еще есть и с капустой квашеной, но мне больше нравится вот такой винегрет. Вот. Далее. Сегодня была акция. Ой-ой, не тот пакет взяла. Так. Вот. Взяла, значит, две по цене одной. То есть вот за две такие сдобы с творожной начинкой я заплатила 74 рубля 90 копеек. Вообще замечательно. Там у них и часто бывают вот такие разные плюшки вкусные всякие идут. Вот по таким акциям. Две там по цене, одну, три по цене. Двух вот у нас сегодня лукошки. Вот сдоба. Так. Сейчас аккуратненько постараюсь не шуршать. Тоже изредка себя вот этим балую, мне очень нравится. Стоит 36 рублей 79 копеек. Вот такой Кузя Лакомкин. Кукурузные палочки сладкие. Даже записала, что 510 калорий. Знаете, я не нашла вес, я все пересмотрела. Я взяла лупу, я не нашла, сколько вот весит вот эта вот пачечка. Пачечка не маленькая. Вот, и... где вес, может быть, вы подскажете, сколько вот в этой пачке вес. Дальше хлебушек у меня муж изредка берет, как я сама пеку. Это монастырский бездрожжевой. Так, я же вроде записывала, сколько стоит. Так, записала на другую. Вот. 41 рубль 99 копеек. Он хлеб у меня много ест, но ест без дрожжей. Дальше. Молоко. Молоко. Вот такое я решила попробовать. Я такое не брала ни разу. То брала живое молоко, там еще. Ну, разные такие вот, типа фермерские, фермерские, не фермерские, не знаю. Значит, это тоже фирма. Ферма, не фирма, Осиневская. Вот цена 82 рубля 71 копейка за литр. Ну вот тут, видите, странно, так и, конечно, процент жирности от 3,5 до, не вижу, до 6. А, 3,4, да, 3,4.
Как-то странно, конечно. Ну, ладно, может, я что-то не понимаю. Может, так и надо. Далее. Вот такой кетчуп Хэнс. Хэнс мне нравится. Но там обычного не было. Что просто томатный кетчуп, без всяких там вот этих вот итальянских, мексиканских. Мексиканский для меня островат. Но так как без кетчупа я не могу, я пришлось взять вот этот вот итальянский. Он стоит 69 рублей 79 копеек. Вот такой кетчуп. 350 граммов. Горошек. Глобус. Мы раньше брали Бондюэль. Ну, это, знаете, тоже хороший. Цена такая нормальная. Бондюэль слишком дороговат стал. Это 53 рубля 90 копеек. Вот такой вот горошек. Хороший-хороший. Не хуже Бондюэля. Ну, на мой вкус. Кто-то может не согласиться, но это вот, я считаю, за такую цену все отлично. Вот кефир. Вологодские продукты. Пол-литра. 27 рублей 90 копеек. Да, я его беру для выпечки. Хлеб на кефире пеку. Далее. Вот такое печенье. Как в прошлом видео, тоже с Окей, которое я снимала. Я не посмотрела состав, но вот сейчас я все проверила и могу вам сказать, что в пост это печенье можно, и постные дни. То есть оно стоит 57 рублей 40 копеек. Но вот опять же я не нашла, сколько здесь граммов этого печенья. Пачечка небольшая, но печенье вкусное. Мне очень нравится. И мужу моему тоже. Вот единственное, что как бы купила, а потом думаю, зачем купила, ведь можно в фикс-прайсе дешевле купить. Что-то вот как-то я не подумала. Вот бумага для запекания 59 рублей 90 копеек. Но здесь вот 8 метров. Небеленая. Ну, посмотрим. Скоро пойду в фикс-прайс. Посмотрю, сколько там стоит. Ну, в смысле, даже не сколько стоит, а сколько там метров. Что-то я вот как-то вот... Может быть, даже прогадала, если этих купила, а можно было бы и не брать. Ну и, наверное, последнее. Это вот яйца. 10 яиц стоит 79 рублей 90 копеек. Вот эти яйца мне нравятся. Ну, здесь и значок, как я уже говорила. Видите? Ой, вот эко. Что... Кур не кормили никакой гадостью. То есть вот такие яйца. Ну и все на этом. Все мои покупки с Окея. Это нам на неделю. Еще там овощи мы покупаем, как я уже говорила. И у нас это вот, значит, получилось на сумму. Так. Вот. Вот так вот. Всем спасибо, кто зашел на мой канал, посмотрел, оценил. Всем всего хорошего и крепкого здоровья. До свидания.